Да, Витек удочки берет по $1000, покупает, но кто-то об этом знает, кроме меня. $1000 удочка, или сколько ты дал за нее? Заказал. Я? Ну, за 1000 гривен было. Но все равно, но ебано. Я вам беру по 23 доллара беру, нахуй, блядь, ты. 2500 гривен. Серый, может, давай будем вывозить уже кого-то за деньги, нахуй? Ты не думал над такой темой, нахуй? Деньги, мать. Ну вот если даем объявление в интернете, что вывозим на рыбалку и гарантируем, блядь, хороший клёв, всю хуйню. Но это стоит денег, нахуй. Да. Свои удочки, вся хуйня, ваша только водка, блядь, и хавчик, нахуй, и деньги. И завязывать глаза, когда будем заезжать. Сейчас я порублю, блядь. Витёк, ну что там, Витёк? Ну, дядька, ну я не могу все сразу делать, заебал, блядь. О, вот это ж каша, нахуй. Мешать, блядь, кашу, блядь. Витёк, кашу важнее мешать, потому что надо закинуть. Витёк, твой топор как кашу варили с варили. Да ладно, ну. Можем попробовать еще лопатой, Витёк. Там лопата есть, на. Ты же его затупил, когда хуярил там. Да. По камням. О, еще один едет. Это уже обелечивает. Крымская хорошая, считай? Так это крымская смешанная с фуфлом. С фуфлом вот. И они пишут, это веселая, это грустная, блядь. Это умная, блядь. Какие там у них еще есть. Это на измену высаживает, блядь. От этого в космос летит, нахуй, там, блядь. Ого, сейчас будет. А, блядь, ведь, ааа, сука, ёбаная в рот. Вот это крючки, сука, нахуй. Прямо нахуй вот это димос на чайке, пацаны. Вот такие хуйни один за одним ебашат. Подъедем как-то посмотрим, ты охуеешь, места только нахуй ходят, меняются. Позвони сейчас вон где. Что мы с ними будем делать? Вася, это пиздец. Что мы с ними будем делать? Ловить, бля. И что, там же гомо, ты что, ты в курсе, блядь, канализация там? Поедет та же самая хуйня, короче, бьет. Какую белку? Только какую белку? Белку, так наконец-то тебе. Ну там где канализация втекает? Нет, нихуя там канализации нет. Как нет? Вот так. Канализации нет с левой стороны, где плюёво. Я тебе рассказывал, белка, конец Хазинеевского лимана, блядь. Ты был там? Там плавни, там, блядь, нерестовая зона. Там... Все, я уже тоже рыбу ловлю. Серый, я тебе показывал, каких ловят на Днестре амуров, в Молдаване. Все. Серый, и на какую снасть? Нету там ничего, оно все мокрое.
Вот такие вот, на, Серж, вот такие вот. Пойди там, там корни. Да нет, ну я был там, пойди нахуй. Он же принес. Корни там. Серж, это что, самый берег закинул? И что, клюет? Конечно, каша кислая, нахуй. Но она повелась на нее сначала, хапанула крючки, блядь. А потом она попробовала что-то говно, нахуй, ебано. Это у кого? Это моя уже, да? Нахуя? Ешь. Какой карп, Серый? Ну что ты гонишь? Тут максимум двоечка будет. Нихуя себе, что он так дёргается. Не, он так сильно просто красть может. О, так уже хорошая, блядь. Олег, ты видел? Это уже хорошая. А ну. Такую уже засушить, да? Что где-то вот сюда? А? Тут? Да, это смена течения, блядь, чтобы покайфовали, да? Туда позакидывай. Караси когда клюют, ну. Через месяц, куда? Только начнут на озерах клювать. На реке после озер. Как подставочка, Алексей? Олег Павлович. И так, и так. Я вот не могу понять, вот это что такое, ну. Знаешь, что это может быть? Ну, нахуя? Слышь, а где видео делся? Пошел лодку пить, да? А где он? Серега, куда ты его отправил? Витька? А, вон, вон. Короче, мы самые крутые здесь. То нихуя не ловит. Не, тут весной охуенно, блядь, там будет. Тут берег серый, представляешь, проскинем все удочки там. Посмотри, сколько там можно проскидывать макушатин. Или тут не ловится нихуя. Блядь, я с тобой был с дядькой, помнишь, когда на мосту люди там ловили карпов, ну? Мы же своими глазами видели. Тоже в наводнение это ебаное было. А не, было все занято. Блин, только быстрее. А, все уже. Ладно, там яма, блядь. Да. Или оборвал. Чего ж я не хочу тут снасть давать, потому что чувствую, сейчас сам я тоже оборву, ну. С этими забросами под берег, нахуй.